Здравствуйте. Ой, какие они прикольные! Господи! Ай, какие! Такое ощущение странное. Класс! Класс! Цена какая! Это абонементики, а вот регенераторы. Ага. Ой, как прикольно. Ну, это ноги, да? Ну, можно ноги, можно. Можно руки. Класс. Круто. Спасибо, девушка. Придем. Спасибо. Ребята, давайте постреляем. Снимаешь красивое такое. Аллея заложена 9 мая 1985 года. Ветеранами 236-й истребительной Львовской краснознаменной авиационной дивизии в память об однополчанах, павших в годы Великой Отечественной войны. Вот такая стела здесь установлена. Дорожку мы в следующий раз сходим. Здесь мы прямо пройдем. Колесо обозрения. Все время хочу назвать колесо обозрения. Окунитесь головой в мир чудес и приключений, которые запомнятся вам на всю жизнь. Чувствуйте себя лилипутом в доме великана. С громадными предметами интерьера вокруг вас. Не видели, когда все вверх дном? Тогда посетите дом перевертыш, и у вас появится дар ходить по потолку. Прикоснитесь к живой природе, посетив сад бабочек с уникальными и красивейшими бабочками со всего света. Пингвинарий, в котором мы были в 19 году. Дельфинарий, Колизей. Колесо огромное.
красиво сделано. Вот. Потрогать все время мне хотелось, что это камень. Сидят, отдыхают. В шариках дети катаются. Крокодиловая ферма. Пойдем прогуляемся по набережной еще немножко. Дальше улица Колораж. Попозже пройдем. Сейчас послушаю, потом. Юка. Снова идет так красиво. Какое дерево, ствол какой у него. Интересный цвет, желтенький, вот кора, серенький. Извините, сколько в дельфинарии у вас билет? 400. Все понятно, спасибо большое. Пойдем, прыгаем. Ресторан «Прибой». Да.
Мы с вами на причале. Наш первый цветочек юки.